Но как вам эта фаршированная заставка? Она не сперта с интернета, как и все последующие. Этому надо учиться 10 лет, чтобы без лишних понтов говорить, что знаешь 3D процентов на 40. И еще, не каждый магнитогорский телевизионный проект заканчивается реалтаймовскими экспериментами. А мы легко. Правда, ради заметим, потрошить и демонстрировать в работе кишки RB25DET время достаточно долгое, поэтому взяли стандартную восьмерку, сняли картер и клапанную крышку, внимание, полностью слили все масло в два захода и завели. И после получаса работы двигатель не заклинил. Как? Не буду мучить вас экзотермическими реакциями и структурными преобразованиями металла. Об этом чуть позже и в других передачах. Почему джапы или америкосы не догадались создать ничего подобного? Тайна скрыта за почтовыми ящиками и кроется на глубине нескольких километров. На единственном месторождении. В России, разумеется. Где приобрести и какой экономический эффект? В боксе «Форсаж» на ЦГЯ, но только в аффилированных автостоповских структурах, о которых, соответственно, тоже позднее. Прокладка головки блока с той машиной, которую мы сейчас смотрели с вами. И произошло, пробило прокладку, вот здесь вот видно, да, и охлаждающая жидкость пошла в первый цилиндр. Пришлось ехать порядка 150 километров, и вот результат вкладыши, видно, что они остались, в общем-то, рабочими, и износа практически нет. Это вкладыши с этой машины? С этой машины, да. Здесь произошло, вышла из строя головка блока, значит, и поломала кольца. Значит, вот смотрите, ни одного задира на стенках гильзы, и машина прошла 220 тысяч без ремонта капитального. Давайте поговорим еще о том, что, допустим, даже в случае с базовой классикой, там, отечественным автомобилем, экономия составила при цене бутылочки в 750 рублей, экономия составляет, на капремонт примерно 1030 уходит, может быть, даже побольше. Что в большом предприятии? В большом предприятии это очень показательно, допустим, для тех же самых предприятий, которые имеют крупные перевозки, объем перевозок и так далее. То есть здесь у нас есть ведь не только для двигателя, как такого, поршневой системы, есть для ТНВД, то есть топливный насос, где вот сейчас повысились требования по экологии и так далее. Сейчас Москву уже не пускают без соответствующих сертификатов для перевозчиков. Поэтому этот продукт обеспечивает специально существующий продукт, значит, для ТНВД, разработанный предприятием Супротек, который обеспечивает восстановление без капитального ремонта. И отдельный новомодный респект, а по-русски отдельный спасибо, боксу «Форсаж». Не конявят они потрошить втековские движки, заниматься обработкой металлокерамикой и доводкой аппаратов. Молодцы, однако. Многие боятся новых пересадок, новых таких вот экспериментов. Но мы не переживаем, потому что как бы, если что-то сломать, мы сделаем сами. То есть, тут как бы вообще без вопросов. А эксперимент все равно нужен. Результат. Какой бы ни был эксперимент, результат нужно видеть. А если не будет эксперимента, как ты увидишь результат?